Еще заходят люди, уже 80 человек. Так, ну все, начинаем. Всем добрый вечер. Jó estét mindenkinek, kezdjük. Én üdvözölök mindenkit, vagy jóra üdvözöl mindenkit. Mindjárt kezdünk. Először hagyd mutassam be a két atyát, aki itt van, vagyis aki megszervezte a marketinget, kitalálta, az Alexander Cimbala, és a másik, aki az oktatás és a pénzügyi műveltségnek a feje, vagyis az atya, az pedig Jüri Szoboda. Neki adom a szót. Да, благодарю за представление. Так, нас уже больше 80 человек, и мы с вами сейчас проведем мероприятие для венгерской команды, для венгерского комьюнити Residual. Már több mint 83 ember van a teremben. Üdvözöllet, megköszönte, hogy én üdvözöltem, vagy bemutattam Jürit. A magyar ajkú embereknek lesz most a prezentáció, amit meg fogunk tartani. Речь пойдет сегодня о проекте Residual. A Residual проектről лесз szó. Я проведу вам небольшую сначала презентацию. Egy rövid prezentációt fogok bemutatni nektek. Мы с вами прогуляемся по нашему кабинету. Végsétálunk a mi irodánkon, vagyis a mi... Да, потом я вам на электронной доске порисую. Aztán rajzolni fogok nektek. Ну и буду эту визуальную картинку сопровождать своими комментариями. És a vizuális képeket fogom kommentálni. Да, и в конце мы с вами выделим время для вопросов и ответов. Befejezésképpen pedig kérdésekre fogok válaszolni nektek. Persze, ha lesznek. Ну, это я вам озвучил формат и регламент нашего мероприятия. Я bemutattam nektek, hogy mit fogunk csinálni. Я не могу сейчас точно сказать, сколько мы по времени будем проводить, но где-нибудь в районе, может быть, час-полтора. Nem tudom, hogy mennyi időt fog ez elfogni. Lehet, hogy egy órát, lehet, hogy másfél órát leszünk itt együtt. Да, с нами сегодня работает потрясающий переводчик, партнер наш, топ-лидер Дио Алсвари. Engem mutatnak be. Olcsva, hogy vezető. Jó, akkor... Тяжело с собой. Да, тяжело. Да. Ну, придется. Да. Nem igazán kellemes saját magamat bemutatni. Én vagyok a fordító, és én vagyok a top vezető, hisz én hoztam be Európába, vagyis nektek Magyarországra, Európán keresztül ezt az üzletet. И также мне сегодня будет помогать тоже мой партнер, который является тоже топ-лидером Residual Club, Александр Цимбал. És egy másik vezetőt fogok nektek bemutatni, aki segíteni fog nekem, ő pedig Alexander Cimbala. Én azt szoktam mondani, hogy Sasha. Спасибо, Юра, спасибо, Юра. Очень приятно. Köszönöm, Sasha. Én Sasha-nak szoktam nevezni, máskodomban Alexander. Sándor, magyarul. Так, давайте я для начала представлюсь и коротко расскажу о себе. Röviden bemutatkozok, és elmondok egy kicsit magamról. Меня зовут Юрий Свобода. A nevem Юрий Свобода. Город Киев, Украина. Киев, Украина. В данный момент я живу в Ужгороде, рядом с Венгрией. От Венгрии Венгрия 100 километров. Nem messze Magyarországtól, Ungváron élek. Так что можно сказать, что я нахожусь на территории Венгрии. Когда-то географически это была территория Венгрии. Azt lehet mondani, meg lényegében régen ez Magyarországhoz tartozott, és Magyarországon vagyok veletek együtt. Я являюсь одним из сооснователей Residual. Én vagyok az egyik alapító a Residualnak. В общем-то, с меня и началась вся эта идея, весь этот проект пошел, скажем так, с моей подачи. Az én ötletemből indult el ez az egész. Я был идейным генератором данного проекта. Én voltam a feje, vagyis én találtam ki, mint egy generátor, aki megfejtette, vagyis elképzelte ezt az üzletet, és el is indította. Нас еще есть два человека, нас три сооснователя. Még két,
Mikita Lapitovan. Одного зовут Евгений Драников. Зайдик Евгений Драник. Он проживает на Бали. Бонинел. И одного зовут Степан Самойлов. Ешемашкот Миг Степан Самойлов. Степан очень высокого уровня профессиональный программист. Степан, ведь могаш синт программисто. Айти сетембер. Мадяр. Да, но то, что касается меня, я с 20 лет в бизнесе. В этом году у меня бизнес-юбилей, 30 лет я занимаюсь бизнесом. Nekem most épp évforduló van, 30 éve vagyok az üzletben. Я нигде не учился, не заканчивал никаких высших учебных заведений. Én semmit, sehol nem tanultam, semmilyen magas szintű iskolát nem fejeztem be. После армии я сразу нырнул с головой в океан бизнеса. Katonaság után belemélyedtem, ahogy ő mondja, az óceán mélységében. Меня за плечами очень колоссальный, большой опыт как в традиционном бизнесе, так и в сетевом. Но последних 23 года я занимаюсь профессионально мульти-левел маркетингом. De az utolsó 23 évet én multi-level marketing, vagyis MLM-mel foglalkozom. Потому что для меня это самый лучший, самый безопасный способ зарабатывать деньги, работая на себя. Самому это легче, безопаснее бизнес, хоть шаят магамра долго зак. Я бы сказал бы, что среди всех бизнесов, которые существуют на свете, это один из самых лучших и самых, скажем, таких высококачественных вариантов бизнеса, которые только я вообще в своей жизни встречал. Да, если сказать коротко, я скажу так, MLM – это королевский бизнес. Ha röviden mondani, az MLM, vagyis az MLM az egy királyi üzlet. Так, сейчас я еще раз выключу микрофон. Николасу. Окей. Вот. Ну, смотрите. Я в 2000 году пришел в сетевой маркетинг, и у меня была, скажем, непростая история, было тяжело, и бизнес не получался. 2000-ben jöttem az MLM üzletbe, elindultam, és megmondom nektek őszintén, nem igazán sikeres voltam. И я даже несколько раз принимал решение закончить сетевым маркетингом и уйти из MLM бизнеса навсегда. És néhányszor az jött a fejembe, hogy befejezni ezt az MLM üzletet, és elmenni máshova valós munkába dolgozni. Но что-то мне внутри подсказывало, что я не найду ничего другого и более лучшего, чем именно такой вариант, как MLM. De belülről azt éreztem, hogy nekem nem szabad ezt abba hagyni, és ettől jobbat úgyse fogok találni. Ну и в итоге я просто принял решение, такое прям вот серьезное, мощное решение по поводу того, что я обязан научиться этой профессии, потому что это профессия прежде всего. És a döntésem végleges volt, hogy igen, ezt nekem kell csinálni, és meg kell tanulni nekem ezt a üzletet, hisz ez egy Да, и ну и в итоге это szakma. Ezt a szakmát. В итоге это привело к тому, что сейчас почему-то не отключается микрофон, вот. Есть все. В итоге... Нет, у тебя все слышно. Нет, там просто заходят еще люди и приходится отвечать вручную. Вот, и в итоге это привело к тому, что мое решение привело к тому, что я стал топ-лидером международного уровня. Что думаете, чем остался за редмент просто, когда не взяткозы везет вилеттам? Лет балюла.
Да, ну, я в основном имею опыт и практику в товарных компаниях. Általában nekem nagy tapasztalatom van a termékes üzletekben. А, но в 2017 году я впервые получил опыт сетевого бизнеса digital. Ну, есть сетевой бизнес продуктовый, а есть сетевой бизнес цифровой. 2017-ben pontosan kaptam meg azt az első üzletet, ami nem termékes, hanem ez is termékes, csak digitál technológiát. Да, и я увидел, какая мощная на самом деле индустрия цифровых технологий и какой можно глобальный бизнес сетевой построить в этой нише. Én épp akkor láttam meg, hogy milyen óriási ez a digitális technológiai üzlet, és milyen rés van az egész üzletek közül, amit fel lehetne építeni. Да, с 2017 года, то есть если сказать вот откуда вообще корни и откуда тянется резидуал, это все с 2017 года. El kéne mondani, hogy honnan indult el ez az egész digitális technológia és a rezidual, ez pontosan a gyökerei a 2017-es évből jöttek. То есть то, что сегодня мы реализовали и продолжаем реализовывать, это мы все по частям, по пазлам собирали где-то примерно 5 лет. Ami most jött, az pontosan пазл szerint raktuk össze, ez körülbelül 5 évre visszamenőleg, 5 év munkánk. Да, и в этом году, в феврале месяце, мы приступили к реализации проекта «Резидуал». És februárjában megalkottunk, vagyis elkezdtük megalkotni a rezidál üzletet. То есть, и еще раз, смотрите, где-то приблизительно лет 5 мы по частям собирали всю идею плюс технологии. Körülbelül 5 év telt bele, hogy ötletenként, darabonként összerakjuk ezt az egészet, amit most látok. Amit megvalósítottunk. И вот 21 февраля мы начали реализовывать проект, и 3 марта, через буквально 10 дней, мы уже открыли площадку для регистрации. Február 24-én indítottuk, vagyis kezdtük el, és valójában március 8-ma, по-моему, нет, Юра? 3 марта. De március 3-án elindítottuk. Опа. А, нет, я думал, что выбило. Március 3-án kezdtünk regisztrálni, kezdődött a regisztráció. Да, я открыл сейчас вам экран, поделюсь. Megnyitottam a képernyőt, megosztottam a képernyőt. Давайте мы сейчас немного прогуляемся по кабинету, и я вам расскажу сначала тезисно, в чем заключается идея, а потом ее нарисую. Sétálunk végig az irodánkba, el fogom nektek lépésről mondani, hogy mi a rezultat. Да, давайте для начала разберемся вообще, что такое резидуал. Резидуал, название резидуал, в этом названии заложен смысл резидуального дохода. Это про пассивный проект про создание пассивного остаточного дохода. Резидуалнок a nevét először szedjük szét. Lényegében ez egy maradék jövedelem a több passzív jövedelemből rakódik össze. Это, да, Резидуал – это международное сообщество частных инвесторов и интернет-предпринимателей со своей идеологией, платформой и линейкой цифровых продуктов. Ну, вот написано прямо вот здесь. Ott le is van írva, hogy egy közösség, akik együtt összefognak, és да. Ну, я прочитать, конечно, не смог, но ничего. А, так вот же, вот написано по-венгерски, видишь? Леванирва мать убирает у тебя такого. Да, начало регистрации, видишь, 3 марта. Мать еще декан индультала регистрацию. Официальный старт проекта 3 сентября. Еще хиваталош магниташа септембер хармадикан. То есть у нас еще даже не начался прелаунч, у нас еще идет подготовка. Nálunk még csak a kezdete, vagyis a készülődés van, még a nyitás sincs meg. 3 июня мы объявим прелаунч.
június 3-án lesz az első legesítás. Это будет такой предстарт. Ez egy ilyen, egy start, egy előstart lesz. И потом ровно через 3 месяца у нас будет уже все, официальный старт, Grand Opening, большое событие, где, откуда мы уже и сделаем прям начало проекта. Szeptember 3-án pedig hivatalosan meg fogjuk nyitni, egy nagy óriási nyitás lesz, ahol össze fogunk gyűlni, és valós hivatalos nyitás lesz. На сегодняшний день у нас больше 16 тысяч регистраций. A mai napra több mint 16 000 regisztráció van. Больше 12 тысяч активированных партнеров. Több mint 12 000 aktív partnerek. 85 стран уже участвует. 85 ország vesz részt. Да, это вот доход наших партнеров, суммарный доход уже наших партнеров за 2 месяца. Itt pedig a két hónap alatt, hogy mennyi forgalom volt, vagyis mennyi referál jutalékot kaptak. Ну, это серьезная цифра, больше 1,5 миллиона долларов. Ez egy nagyon jó szám, több mint 1,5 millió dollár. Да, вот здесь мы можем посмотреть последние регистрации, это вот активное окно, где... Да, постоянно видно регистрации, последние регистрации людей, из каких стран. Да, также мы видим вот такой интересный, скажем так, интересное решение по геолокации нашего проекта. Да, этот глобус можно покрутить, увеличить. Meg lehet tekerni a globust, meg lehet nézni, hogy ki utoljára regisztrált az utolsó 10 percben. Вот там, где точки, вы видите желтые точки, это уже наши партнеры. Ahol sárga pontok vannak, ezek a mi partnereink. Практически мы уже, смотрите, наши партнеры по всему земному шару, на всех континентах. Valójában minden kontinensen ott vannak a partnereink. Да. Так. Что еще? Это у нас рейтинг стран. Вот идет рейтинг стран. На первом месте Венгрия, с чем я вас и поздравляю. 34%, почти 35% составляет венгерская комьюнити. На втором месте идет Италия, потом идет Германия, потом Олассаг, Неметоссаг, Словения, Украина, Австрия. Украина, Австрия. Да, так, теперь у нас, вот смотрите, слева у нас меню. Балкис Фелолота меню. Здесь у нас что? Это Resilient Game, начнется скоро игра. Resilient Game лес, хамарша мекэздэдик аятик. Игра, в процессе которой люди будут создавать источники остаточного пассивного дохода и майнить NFT. Ez a játék, tudunk pénzt passzív jövedelemre szerteni, és NFT-ket tudunk szerezni. Да, здесь у нас академия. Itt az академия. Да, этот раздел уже работает для русскоязычного комьюнити и скоро уже начнет... И начнет скоро наполняться также и для... Может сказать, если это самое... Есть такие люди, кто бы смогли какие-то академии обучения вести, что вставили или... Или нашли, или... Да, мы можем отдельно выйти на связь и на эту тему... Может сказать им. Да, конечно, скажи. Az akadémiában annyi a kérés, éppen megbeszéltem Jurával, hogy a Gyurival magyarul, hogyha vannak olyan emberek, akik oktatásra, vagy valami oktatási csomagjuk van, oktattak régen, akkor jelentkezzetek, és akkor veletek megbeszéljük külön, ezeket a részleteket, és be fogjuk tenni ide az irodába, és a magyar ajkú embereknek ez meg lesz, ugyanúgy bármelyik nyelven, hogyha román, vagy olasz, vagy bárki, aki van, aki akár oktatásokat, vagy valami hasonló pénzügyi, digitális technológiával, vagy pénzügyekkel foglalkozik, azt szeretettel várjuk.
Да, здесь у нас, посмотрите, арена лидеров. Можно зайти сюда и посмотреть. Itt a vezetők arénája. Раз, Питер mindig az első. 27. Первые шесть лидеров проекта – это венгерские лидеры. Az első hat vezető a Magyarországról való. Magyar. Да. Дальше здесь у нас раздел «Команда». A következő a csapat. Кошелек. Пенсдаса. Дальше у нас идет мероприятие. Эшеменек. Ну, это уведомления, новости. Értesítések, hírek és hírna supportna. Да, это вот небольшая экскурсия по кабинету, который уже реализован. Здесь уже есть маркетинг. Itt már benne van a marketing, és ez egy kis Да, маркетинг отображается вот таким вот образом. Кирандулаш. Маркетинг így néz ki. Ez. Да, можно дальше, пройтись по уровням, посмотреть. Végig lehet járni a szinteken. Да. Ну и здесь прям вот отображается полностью все цифры, которые указаны в маркетинг-плане. Minden számokat megtalálhatok, ami a marketing terben szerepel. Мы отдельно с вами можем провести прямо школу по маркетингу. Сегодня мы этого делать не будем. Это я лучше отдельно с вами встречусь и проведу вам профессиональную школу по маркетинг-плану. Most persze marketinget nem fogom bemutatni, de ha szükség van rá, akkor külön megbeszélünk egy időpontot, és akkor egy professzionális képzést adok nektek a marketinggel kapcsolatban. Vagy teljesen átveszik a marketing. Да, то, что касается Академии Residual. Amit jelent, amit, да, говори Академия, да. Да, тут написано, что в процессе наполнения контента. Vagyis feltöltés alatt van az akadémiáról, amiről az elég beszéltem, hogyha vannak olyan emberek, vagy a csapatokban, akkor nyugodtan szóljatok. Это образовательная онлайн-платформа для развития финансового интеллекта. Ez a pénzügyi műveltséget, ez egy olyan akadémia, ahol megtanuljátok a pénzügyi műveltséget digitális eszközökkel. На данной платформе будут представлены материалы по теме финансовой грамотности, инвестициям, совершенству личности и онлайн-маркетингу. Ezekbe az akadémiákba be lesz téve a pénzügyi műveltségről az oktatások. Да. Да, теперь давайте перейдем к доске, и я вам нарисую, в чем же заключается идея, концепция, суть проекта. Menjünk a táblára, és akkor lerajzolom nektek, hogy mi is az ötlet, az ideológiája a rezidálnak. Итак, смотрите, давайте мы сейчас еще раз с вами пройдемся по дорожной карте. Menjünk végig az úti térképen. Residual. Вот, у нас с вами есть дорожная карта, она уже обозначена. Van egy úti térkép, ahol meg van jelölve. Датумок. 3.03 мы открыли платформу. 3.03 вам корнитаж, вот. Мы ее подготовили за 10 дней. Тизнап алат фелкисситеттюк. С 21.02 по 3.03. Февра 21-től március 3-ика. Дальше. 3.06 у нас будет прелаунч. 6-й хонап 3-икан леса зарештарт. 3.09 у нас будет уже официальный старт, гранд опенинг. És szeptember 3-án pedig hivatalos nyitás lesz. Grand opening. Это можно сказать, что это где-то может будем за границей или не надо? Возможно, да, возможно это будет. Возможно, это будет офлайн событие. Ez elképzelhető, hogy offline нитаж лес. Ближе к августу будем уже понимать, это событие офлайн или онлайн. Августус, közel, fogjuk tudni, hogy ez online lesz, vagy offline lesz. Да. Offline lesz, akkor valahol akár külföldön elképzelhető. Да. Можно сказать Турцию или не говорить пока? Ну, пока сейчас неизвестно. Мы и думали насчет Венгрии, потому что больше всего венгерских партнеров, да. Поэтому пока еще рано прогнозировать. Ближе к августу месяцу будем уже
понимать. Хорошо, я тогда об этом пока не говорю. Да. Итак, смотрите, с одной стороны, у нас есть идея. Вон идет лето за дик, если ночь балки сваливаются на язык. И эта идея заключается в том, чтобы научить людей деньги получать, ну, зарабатывать, сохранять, приумножать. То есть есть, смотрите, четыре этапа. Раз, два, три, четыре. Сначала деньги создаются. Először megtanítunk az ötlet az, hogy négy pontból áll. Először megtanítjuk az embereket megkeresni a pénzt. Да, потом следующий этап – деньги сохраняются. Aztán a pénzt megőrizni, második szakasz. Я напишу, вот сохраняется. Почему? Потому что у многих людей деньги появились и превратились в ноль, не сохранились. Igen, na, és akkor megkapták a pénzt és elköltötték, és nulla lett belőle. Да, вот. Третий этап – это деньги приумножаются. Да. И четвертый этап – это уже, давайте напишу, пассивные. Пассивные деньги. Вот. Так вот, наша задача основная заключается в том, чтобы научить людей деньги сохранять, приумножать и переводить в пассивный доход. Да, идеология наша – это внедрение культуры финансовой грамотности в массы. Az ötletünk az, hogy megtanítani az embereket a pénzügyi műveltséghez. У большинства людей на Земле есть огромная проблема. Hát a világon egy nagy probléma van a pénzzel kapcsolatban. Люди научились деньги зарабатывать, но не умеют их сохранять и приумножать. Nagyon sokan megtanulták, hogyan kell megkeresni a pénzt, de nem tanulták azt meg, hogyan kell Поэтому люди постоянно находятся как белки в колесе, в поисках новых ресурсов все время. Pontosan azért vannak az emberek úgy, hogy mint a mókus kerékben, mert mindig keresnek valami újat. А на самом деле красота в жизни заключается в том, чтобы мы с вами не тратили время на поиск денег. Сделать так, чтобы деньги у нас были без нашего участия постоянно. Богатство – это не количество денег вообще. Богатство – это количество источников остаточного или пассивного дохода. Пенс не означает, что много денег у вас. Nem azt jelenti, hogy sok maradék jövedelmed van, ami azt jelenti több passzív jövedelmed. И по этому поводу мы решили сделать профессиональную платформу, которая даст людям настоящую, прям в формате, это будет в формате игры происходить, даст возможность создавать капиталы в формате игры. Что за интересная платформа? Hogy megtanítsuk az embereket erre, pontosan játékszerűen és játékkal. És ez lesz a game. Мы знаем сегодня с вами, какие игры известные. Есть игра Монополия. Мы ismerünk több játékot, a Monopolt. Есть игра Cashflow. Cashflow. Да, есть игра Капиталист. Капиталист. И это все виртуальные, это все виртуальные. Виртуальные játékok. Да, это виртуальные игры с виртуальными деньгами. В этих играх на самом деле заложена идея освоения финансовой грамотности. Но это все на самом деле виртуально.
as virtuales. Это в теории. Это я называю, если провести параллели, это я называю виртуальный секс. Хоть машки помонда за виртуальный секс. Да, а мы решили сделать, смотрите, я напишу здесь, это Games Virtual. Виртуальный чатик для широмных. А мы решили создать настоящую игру Games. Mi pedig valódi játékot akarunk megalkotni, meg is alkotunk. Game. Давайте так правильно. Game. Game. Nem virtuális. Да, будет внутри резидуала, будет у нас game, называется Magic Jam. Magic Jam, vagyis magikus játék. Да, это игра. Magic Jam az lesz a neve. Магические драгоценные камни называется так. Magikus drágakövek lesznek. Az lesz a neve. И в этой игре будут уровни. Lesznek szintek. Вот, различные уровни. И задания. És feladatok. На каждом уровне будут задания. Minden szinten lesz feladat. Которые будут человека направлять на добычу денег, сохранение денег и приумножение денег. Arra fog menni az egész játék, hogy hogyan tudjuk pénzt keresni, utána hogyan tudjuk megtartani, és hogyan tudjuk megtöbbszörözni a pénzt. И на каждом уровне люди будут собирать такие NFT-камешки. Minden szinten fogják összeszedni ezeket az NFT drágaköveket. Collection. NFT. Egy NFT kollekció lesz valójában belőle majd a végén. Да. За выполнение заданий будут начисляться NFT-шки. За выполненные задания начисляются NFT. Feladatot elvégezted, fogsz kapni NFT. Feladatot elvégezted, szintről szintre kapsz NFT. Помимо NFT, еще человек будет получать, естественно, и USDT. Az NFT-n kívül persze természetesen USDT-t fog kapni. То есть это будет симбиоз цифровых активов. USDT и NFT. Симбиоз, двойной коктейль, коктейль из двух ингредиентов. Ez mint hogyha dupla kávé lenne, vagyis NFT is lesz meg USDT. Nem értettem meg a szimbiózus, hogy lehet az magyarra, mert в отличие от вот этого, от вот этих игр, вот эта игра, она будет реальная. Это real life. Ez reál játék lesz, az pedig virtuális játék lesz. Ez lesz a különbség a kettő között. Да. Ez a настоящий секс, как ты сказал, да? Да, совершенно. Ez egy valódi секс lesz, nem virtuális. То есть, смотрите, здесь тоже будет, у нас в этой игре тоже будет игровое поле. Itt is játék hely lesz, ugyanúgy, mint a másik. И в этом игровом поле будут различные сигналы по инвестиционным... Játék helyszín. Да, слышно меня? Да, сейчас, да. Я говорю, и в этой игре будут различные сигналы по инвестиционным инструментам. És különböző szignálok lesznek, értesítések, mit kell tenni? Да, где человек будет приобретать и недвижимость, и криптовалюты, и ценные бумаги, и стартапы, там, пулы стартапов в разных бизнесах. Ahol az ember fog ingatlanokat vásárolni, drága papírokat, értékpapírokat, kriptovalutákat, különböző startupokat, és minden, ami van most a digitális piacon, ezt mindegyiket megtanítunk, hogy hogyan, mit vásároltak, és mikor. Представьте себе, что вы играете в кэшфлоу, только не на виртуальном поле, а на реальном, где у вас реальные деньги, реальные экономические сектора, реальные инструменты. Képzeljétek el, hogy a cashflow-t nem virtuálisan játszatok, hanem reálisan, ahol reális pénzekkel játszunk, és reális pénzeket kapunk érte. В этой игре будет участвовать финансовый интеллект, который будет вас сопровождать как навигатор и показывать, сколько и куда нужно инвестировать. Egy pénzügyi intellektus lesz benne, aki elvezet titeket lépésről lépésre,
кого кел бефектати, менит кел шмику. То есть, смотрите, данная игра вам полностью, абсолютно полностью заменит любого финансового консультанта. Вообще заятик это считаны фуги о пензию таначат, бармен пензию таначат. В процессе игры вы будете знать, например, там, когда в какие криптовалюты входить, когда выходить. Megtanuljátok a menet közben, milyen kriptovalutákat kell megvásárolni, mikor kell eladni. Вы будете в процессе игры знать, какая появилась на рынке ликвидная недвижимость, только-только, которая начинает строиться, и куда можно войти небольшим пулом, даже на $50. És megtanuljátok, hogy milyen ingatlan befektetések vannak, és amik most indultak el, és nagyon kevés pénzzel, akár $50 el lehet indulni, befektetni. В процессе игры вы будете знать, какие акции и ценные бумаги есть смысл покупать, а какие нет. Вообще даже смысла рассматривать. И вот эту игру мы уже вам представим ориентировочно. Ну, то есть смотрите, вот в этот период, в этот период вы уже будете тестировать эту игру. 3-го сентября, 3 месяца között már fogjátok tesztelni ezt a játékot. Да. Magic Jam. А вот уже 3-го, 5-го у нас уже полностью будет все готово вместе с платформой. 3-го, 5-го? 3-го, 0-5-го. 3-го, 9-го. Да. És 9-én már teljesen fog működni ez a játék. Úgyhogy felkészültök, és ott már teljesen élesben. Это уже реально будет, да? Да, да, да. Ну, мы, смотрите, мы с июня месяца начнем с вами потихоньку тестировать уже все. Június белкезюк тестовали миндент. Да, будет постепенно, по частям все открываться, вы это все будете видеть и будете участвовать в тестировании. Részletesen fog megnyílni mindegyik egyes szektor. А потом уже, tudjátok testen. Да, а потом уже с 3-го, 0-9-го, с сентября, у нас уже пойдет, ну, уже даже, я бы сказал бы, большое активное информационное поле в интернете по поводу этого проекта. Szeptember 9-én pedig élesben el fog indulni. Да, мы... Да, будут выступать блогеры разные, известные. Будут выступать... Без блогеров фунок фалипны. Будут будут публикации в различных там цифровых СМИ, ну, средствах массовой информации, да? Шок дигиталиш информацию уйшакба фунок интернетен керестов термесетешен мегенани. К этому, смотрите, к этому времени у нас уже будет полностью готова юридическая база, правовое поле, у нас будет своя монета. Да, у нас будет своя монета. RSD, резидуал, своя монета. RSD, криптотокен. Да. Это уже свой блокчейн, можно сказать, да? Да. Да. И сейчас блокчейн класс. У нас абсолютно все продукты. Ну, смотрите, у нас помимо идеи, что у нас есть? У нас будут продукты цифровые. Лесник дигиталиш термикек. Digital products. У нас будут с вами сервисы. Сервисы лесник. У нас с вами будут не одна, а несколько игр, games. Не меч, а нам тебя ты класс. И вот это вот все у нас будет с вами в этой монете. Да, у нас будет очень много транзакций, поэтому наша монета будет ликвидная. Наша монета будет листиться на бирже. Да, это на внутренней или наружной? На внешней. А, на внешней. Конечно. Кирши тюждера фуккер керуны. На большую. Наша монета будет стейкаться, будет стейкинг нашей монеты. Стейкинг лесо, а мы рожды. Стейкинг будет
Да, стейкинг будет давать пассивный доход. Стейкинг с пассивным доходом будет считаны. И смотрите, для того, чтобы монета, любая монета, для того, чтобы вот любая абсолютно монета работала, и она была ценная, и она была на бирже, что для этого нужно? Если видеть так, хоть лет мягче у нас, хоть бармен эрмирол бессилен, ликвид леген, и шертеке леген эннако зэрмикнак. Смотрите, с одной стороны, должна быть какая-то технология. Az egyik oldalon valami technológiának kell, hogy legyen. Технология. С другой стороны, должно быть комьюнити. Másik oldalon pedig egy közösség. Когда есть вот эти две составляющие, монета реально живет, существует, и мы видим массу примеров на CoinMarketCap различных монет, где есть технология и комьюнити. Ahol technológia és közösség van, látjuk a CoinCap-on. Да, мы идем. Мы идем по этому пути. У нас сейчас создается комьюнити большое. Мы за нас утон лепегетюнг, может, közösséget építjük fel. Я думаю, что к 3.09 у нас уже будет около 100 тысяч человек. Gondolom, szeptember 9-ig már 100 000 ember csatlakozik hozzánk. А это большая аудитория для того, чтобы обеспечивать ликвидностью этот токен. И у нас есть технология. Технология. У нас еще раз, услышьте, пожалуйста, мы сегодня охватываем интерес, я бы сказал, наверное, 99% людей. Értsétek meg, hogy most mi a 99% partnereket, embereket. Ну, если не брать в учет бомжей и сумасшедших, то 99% людей интересуют деньги, правда? Хотя нам фугик вене хайлихтананокат, мега зырультекет, акор 99% вен эмберек, акикет эрдекли а пенз. И из этих 90%, 99, у 90% людей есть проблема. И эзек козул, а 99% козул, 90%-нак проблемая ван а пенза. Проблема постоянно с нехваткой денег. Проблема, хоть миндик янзик а пенз. Почему? Потому что у людей отсутствует финансовая грамотность. Люди не знают, как правильно управлять деньгами, как правильно их сохранять и приумножать. Миért ван ez? Мерт нем тудяк аз эмберек, хоган кел мексережность, мег тудяк, да нем тудяк мегтартани, нем тудяк мегдуплазни. А поскольку мы первые, кто придумали вот эту вот игру, реальную игру про деньги в реальной жизни, в реальном мире, в реальных экономических секторах, то у нас есть технология. És pontosan azért, mert mi kitaláltuk ezt a játékot, reális időben, reálisan megtanítani az embereket, pénzügyi művöltségre, és nálunk azon kívül megvan a technológia. Ez ami nagyon fontos, ezt vegyétek észre. Но вы пока этого еще ничего не видите. Потому что, ну, скоро начнете все это уже тестировать. Почему вы этого не видите? Сейчас я вам объясню. Потому что вы... Мы еще с вами находимся вот здесь. Вот, проходим этот путь. Да. Мы еще на этапе стартапа. Стартап. Это как seed round или как это seed round или приват раунд в различных монетах. Да. Да. Переведи, это как приват. Да, ну ты приват монеты. Я такие, так почему тут монеты, да, не понял. Вот это действительно. Ну, монета любая. Прежде чем пойти, появиться где-то, уже в открытом пространстве, выйти в open space. Вот. А, ну в смысле ты уже о монете говоришь? А не о нашей, любая монета проходит стартап. Seed раунд, паблик раунд, понял? Вот эти вот закрытый период, когда еще масса людей об этом не знают. Иган, ее стартап пробасил то, pontosan a mi coinunkról,
mindegyik, bár, nem a mi koenunkról, bármelyik koen, ami elindul, elkezdődik az első időszak, a második és a harmadik, ameddig felkerül természetesen a főzdé. Смотри, Дио, это вот здесь уже есть технология. Itt van a technológia. И комьюнити. És itt van a közösség. Вот здесь уже есть, на open space. А вот здесь этого еще нет. Это только-только, вот это только формируется. Вот здесь. Вот már van az open space, самого már технология, és meg közösség. Itt pedig még nincsen. Még csak a kezdete. Но для того, чтобы вам, как говорят, веселее было и выгоднее, интереснее ожидать, когда мы уже выйдем полноценно на рынок, у нас есть маркетинг, на котором можно зарабатывать большие деньги уже. Чтобы болдогоб легетек и сердекешеб леген összeszedni a közösséget, azért van nekünk a маркетинг. Ahol pénzt lehet keresni. С одной стороны, смотрите, с одной стороны, у нас есть идея, у нас есть продукты, у нас готовится сервис. Сервис. У нас готовятся игры. Készülnek a játékok. Вот. С другой стороны, мы решили это продвигать на рынок. Да. Маркетинг. Взяли мульти-левел маркетинг. И взяли саму модель маркетинга мульти-левел. Модель маркетинга на MLM. То есть можно было пойти по классическому маркетингу. Можно было таргетированная реклама, нанимать блогеров, платить различным там журналам, газетам, статьи, да, и так далее. Рекламу-ка тутунг вона, вэш, элиндулни, хоча, нем MLM-ан керестул, különböző блогереket kellett volna meghívni, рекламузни, ушагуба, и шатоби, шатоби. Но поскольку я лично я занимаюсь профессионально сетевым маркетингом, я знаю, что это самый лучший способ вот это продвинуть на рынок что угодно. Mivel én MLM-mel foglalkozom, úgyhogy én tudom, és bízok benne, hogy ez a legjobb módja, hogy elindítsuk az üzletet. MLM marketing. Да, ez a legjobb, mi van a világ. Да. Вот эта часть у нас уже реализована. Вот эта часть. Эта рейса мар элкездует. Эта часть еще в процессе. Эзек мейк чек лесник вэш. Давайте сейчас я вам, ну, скажем, сейчас немного расскажу про маркетинг, и мы с вами перейдем к вопросам и ответам, уже будем заканчивать. Бемутатом нектек эти рывит пиланатба на маркетингат, и шутана перик адменко кердеш фелалакбе. А ты не хочешь показать вот эти самые, что на игре, где планеты и прочее, прочее разница, это, да? Это потом покажем. Это потом покажем. Скоро покажем. Хорошо. Я просто спросил. Хорошо. Да. Давайте по маркетингу. Кульменинко маркетинг липишу. В индустрии мультилевел маркетинг существует три модели. Три математические. Az MLM hálózatban háromféle marketing rendszer létezik. Есть классический. Классикус. Это Unilevel маркетинг. Unilevel. В основном его используют важные компании. А я не понял, какая компания? Продуктовая? В основном Unilevel используют. Igen, ez a termékes cégek általában ebből a классикус Unilevel маркетинг, а термикес сеги. Amway, Herbalife. Amway, Herbalife, Forever. Forever, да. Mary Kay, New Skin. Mary Kay, New Skin. Это все классические Unilevel. Вот. Есть еще одна математическая модель. Называется бинар. Он мега математикус бинарных навязок. Там, где все по два, по два. Модель. Ahol mindenhol kettő, kettő, kettő. Да, есть одна нога там больше, другая. Egy láb, a másik rövidebb, az egyik láb rövidebb. Но бинар всегда на дистанции приводит к математическому скаму. Az általában бинар az beszokott omolni. Поэтому szkemelni szokott. Многие компании,
начинают с бинара и потом переходят на классическую схему. Először kezdik a binárral, általában utána pedig átmennek klasszikus rendszerre. Binár отключает. Úgyhogy a binár az kikapcsoljuk. И третий вариант, третья модель, harmadik modell, математическая, называется Matrix. Matematikus rendszer, az a matrixos. У матрикс модели принцип такой же, как и у бинара. A matrixnak olyan, mint a bináris. Только в матричном модели есть четкое, ровное выстраивание для перехода на следующий уровень. Csak a matrixban megvan az alapvető modellje, ahol betöltődnek a matrixok, és átmennek a következő. И в матричном маркетинге нет глубины. Матрикс рендсерба ничем меньше. Вернее, она есть, но экономически на каждого человека отображается только верхний там один либо два уровня. Valójában van, de amit látok személyesen, minden ember lát, az az első, második mélység. Поэтому в матричных маркетингах, так же как в Unilevel, невозможен скам. Не существует вообще математического скама. A Matrixban, meg az Unilevelben nem létezhetik scam. Вот. И поскольку матричные маркетинги, они очень денежные, mivel a matrixos marketingek nagyon pénzesek, и они сами по себе еще и вирусные. Вирусные? Да, вирусный маркетинг. Máskülönben vírusos marketing szószóró. То мы, имея на руках digital, технологии и продукты, цифровые, digital, цифровые продукты, цифровые технологии, решили взять матричный маркет. Значит, нам кит вана digital технология, мы азт гондолтук, хоть о матриксус технология во фонг фугалокозны. В отличие, смотрите, в отличие от Unilevel, от классических маркетингов, где, например, допустим, вот в Unilevel там, ну 50%, ну 60% выплачивается все. Általában a klasszikus marketingekben 50-60%-ot fizetnek ki. В матричных маркетингах можно платить даже 100%. Matrixos проектекben 100%-ot lehet fizetni. Но 100% это всегда, это когда матрицы просто существуют для распределения денег. Ezek a matrixok, hogyha 100%-ot osztani szét, ez pénz szétosztásnak nevezzük. А поскольку мы digital, платформа с цифровыми продуктами, то мы 97% выплачиваем в сеть. És mivel, hogy mi digitális technológiával foglalkozunk, mi 97% digitális termékekkel foglalkozom, 97%-ot osztunk szét. То есть мы выплачиваем в два раза больше, чем выплачивает классический Unilevel. Még kétszer többet fizetünk, mint a klasszikus Unilevel rendszer. Ну, давайте, в полтора, в два раза, где-то примерно так. Másfél-kétszer, sem többet. Итак, то, что касается матричного маркетинга, давайте сейчас я вам покажу. Мега матрикс маркетинга. В чем наше ноу-хау? Мы не стали брать какие-то существующие уже решения. Мы увидели, скажем, ну, слабые места матричных маркетингов, их доработали и придумали свою модель. Мы sokat kutattunk. Megláttuk a hiányzó láncszemeket, meg a gyenge láncszemeket máshol, és kitaláltunk saját újat. И назвали ее Matrix Evolution. És megneveztük, hogy Matrix Evolution. На сегодняшний день аналогов нет, пока еще. Мой напиг нincsen ilyen példa, nincsen ilyen rendszer sehol. Mi vagyunk az elsők. Понятно, что скоро у нас украдут этот маркетинг, да, плагиат по-любому никто не отменял. Természetesen tudjuk azt, hogy hamarosan valaki el fogja lopni tőlünk, vagy le fogja másolni ezt a marketinget. Но зато мы вошли в историю как первые создатели Matrix Evolution. De mi a történelemben úgy jutottunk be, hogy az első
Зачем каких? В создании этого маркетинга участвовал вот Александр Цимбал. Окей, я мегалкотта спонтошан Александр Цимбал. Да, я лично позвонил Александру, потому что я знаю, что он профессионал в матричных маркетингах, и я ему предложил, говорю, есть вариант придумать новый маркетинг, давай сделаем вместе. Én felhívtam Александр, és elmondtam neki, hogy van egy ötletem, találjuk ki együttesen, hogyan tudom csinálni egy valami. Я обязательно дам, ну, сейчас передам слово Саше, он тоже вкратце расскажет, поскольку он профессионал в матричных маркетингах, много лет этим занимается, он расскажет, чем мы отличаемся от всех остальных. Mindjárt átadom a szót Alexandernak, és ő egy óriási profi a matrixos rendszerbe, és el fogja mondani nektek, hogy mi az a matrix. Но главное преимущество у нас следующее, смотрите. Первое. У нас есть 97% сеть. 97% катастрофных сеть. Это зачем элемент? Второе. У нас финансовый ряд находится сразу под твоим аккаунтом. А пензию еще раз дать было те алатад вам. Пензию еще раз. Давайте сейчас немножко с вами сделаем синхрон по поводу финансового ряда. Смотрите, есть матрицы вот такие. Где финансовый ряд находится вот здесь. Это ты. Ты. А твои деньги находятся вот здесь. И твои деньги отделяют тебя от твоих денег отделяют вот два человека. Это я называю тормозные колодки. Две тормозные колодки, которые от денег отделяют, да. Amit a pénzügyi úthoz vezetnek és fékeznek. И в отличие от этого маркетинга, у нас основные вот там уровни игры, они все построены на вот такой модели. És a fő játéknak a fő szintjei ezen vannak megalkotva, és amit most mutatok. То есть у нас финансовый ряд сразу находится, видите? Пензию еще на кэтбом, а лото то мэг. Ближе уже не невозможно. С меня казалось, мадам, лет, нам литеса. Дальше, следующее преимущество. У нас очень быстрый возврат денег. На день дёрша мисока пода пензе дат. Ты пришел, пригласил человека и получил сразу же. А вот, мегеркестел, мекивта да зальше эмберт, ма висеш капта да пензе дат. В той версии, которую я только что рисовал, там, где финансовый ряд через уровень, у вас вот такая история. Это ты пришел, пригласил человека, потом, только потом, когда тут появится человек, ты получишь деньги. То есть есть вот тормозная колодка. И то на фейк, тача, маши маркетинг, это мы тазали, мы тут там, то есть матрикс на маркетинг, матрикс. Фейк, тача, козетта, два, шмайча, хаута, но лея, медиа, куркопс, юталейкот, ваш пенст. У нас сразу это называется это называется моментальный выход в безубыток. Так, дальше. Следующее преимущество. Смотрите, у нас меньше людей для перехода на следующий уровень. Kevesebb ember kell, hogy átmenjél a következő szintre. Next level. Mindössze három embernek kell, hogy legyen, hogy átmenjél a következő szintre. Классическая матрица для того, чтобы перейти. Классикус матрицба, hogy átmenjél a következő. Да должно быть шесть человек. Hat embernek kell, hogy legyen alattad. Под тобой здесь в классическом, это классик, да? Классик матрикс. Это классика. У тебя должно быть 6 человек. 6. Хотембернек.
чтобы ты сделал от меня következő. Да, чтобы ты перешел на следующий уровень. Потому что, смотрите, next level – это деньги. Next level is pains. И если мы хотим зарабатывать в маркетинге деньги, нам, ну, в матричном, нам нужно быстро переходить на новый уровень. Хоть пенс керешим дёршен, акур дёршен келат мы на következу синтра. Поэтому у нас переход на новый уровень, у нас, ну, на следующий уровень, гораздо быстрее, чем у других. Nálunk sokkal gyorsabb, mint máshol átmegyünk a következő szintre. Пятое преимущество. Ötödik előnyünk. Hallani, vagy nem? У нас шесть видов бонусов. Hatféle бонусunk van. У нас есть матричный бонус. Матриксус бонусunk van. У нас есть реферальный бонус. Реферал бонусunk van. Это спонсору бонус. Спонсор. Бонус. Да, у нас есть сплит бонус. Сплит бонус он клон. У нас есть система клонов. Клонок. Это бонус масштабирования. Называется скалинг бонус. Скалинг бонус так навезу. Да, это бонус масштабирования. Да, бонус масштабирования. Да, у нас есть стейкинг бонус. Стейкинг бонус. Он пока сейчас не работает. Он есть в маркетинге, но пока не работает. Когда выйдет наша монета и начнется стейкинг, вы сами будете выбирать, хотите вы получать стейкинг бонус именно на стейкинг или хотите его забирать матричным бонусом. Перпинал не működik a стейкинг, но когда megjelenik az érmény, onnantól kezdve kiválasztjátok, akarjátok стейкингelni, vagy nem. И у нас еще появится NFT-бонус. Еще megjelenik az NFT-бонус is. Да. Egyidejűleg. И шестое преимущество – это то, что наш маркетинг строится на продуктах и сервисах. Еще раз, наш маркетинг. Мы маркетинг épül fel, termékeken épül fel. В отличие от других матричных маркетингов, наш маркетинг будет обеспечен продуктами и сервисом. Különbség a többi matrixos rendszerektől, hogy a mi matrixos rendszerünkön lesz termék és lesznek szervizek. Это не просто там какая-то касса распределения прибыли между участниками. Ez nem egy pénzszétosztás, mint máshol van, hanem itt valós termékek lesznek. Практически все матричные маркетинги, которые сегодня есть на рынке, это касса распределения денег между людьми. Általában ezek a többi matrixok arról szólnak, hogy pénzszétosztás keletkezik az egész matrixon. Какие-то есть проекты, которые якобы продвигают по матричному маркетингу какие-то монеты. Vannak olyan, természetesen vannak még olyanok, ahol valami coinokat indítanak el. Но у них нет технологии. Да, на окне ничего технологии. И поэтому их монеты – это мертворожденные дети. Вот еще из этих халва сюлета дерекек лет навязаны зуэр эрмейюкет. А мы, еще раз повторюсь, мы обеспечиваем проект с одной стороны технологиями. За дик ольдану на окне технология вон. Вот, с другой стороны комьюнити. Да, и тогда монета, она будет иметь, скажем так, реальную экономику. Еще реалище ликвидит, нам ликвидит наша экономика. Она будет обеспечена экономикой, она будет обеспечена ликвидностью. Ликвидитással fog történni a mi érmény. И нам эта монета нужна просто внутри, для транзакций. Nekünk ez a pénzelme csak azért kell, hogy транзакциókat végezzünk. Понятно, нашу монету можно будет также покупать и можно будет торговать на биржах, но это чуть попозже. Ugyanúgy lehet lesz vásárolni, lehet lesz eladni a mi érménket. Поэтому будем мы реализовывать все поэтапно. Úgyhogy apránként fogjuk megvalósítani.
Сначала мы реализовали маркетинг. Először a marketinget. Протестировали его. Teszteltük. Убрали все ошибки. Most minden hibákat kiküszöböltük. Благодаря этому мы начали собирать комьюнити. Elkezdtük a közösséget összeszedni. И мы стали феноменом на рынке. És mi az első számú emberek lettünk a piacon. Почему? Потому что, смотрите, не вложив ни копейки денег в рекламу, у нас 560 тысяч просмотров вот за последнее время нашего сайта. Egy filét se tettünk be a reklámba, és 560 тысяч. 560 ezer nézésünk van. У нас 16 тысяч регистраций, 12 тысяч активных партнеров и 86 стран. 16 ezer regisztrált ember, 12 aktív, és 86 ország. И это за два месяца без копейки денег на рекламу. És ez két hónap alatt egy fillért se tettünk a reklámba. Понятно, что когда у нас появятся продукты, у нас еще в 10 раз сразу больше станет людей. Természetesen, hogyha a termékek már bent lesznek az irodába, 10-szer ennyi ember fog csatlakozni. Когда у нас запустится игра про, реальная игра про деньги, amikor elindulunk a játékunk a reális időben, мы быстро возьмем рубеж в миллион участников. Mi nagyon gyorsan meg fogjuk alkotni a millió résztvevőt. Потому что кэшфлоу, если вы сегодня просто зайдите в Google, посмотрите, сколько людей сегодня, сколько запросов по кэшфлоу. Это сотни миллионов людей, которые играют в кэшфлоу. Хотя мы фермитек в Google, и смотрите, что кэшфлоу, вот хайня яцек, топ 100 миллионов эмбер яцек, что ятеку. Комьюнити, которая играет в монополию, онлайн-монополию, больше 10 миллионов человек. Монопол, так яцек, козышек, топ 10 миллионов эмбер. Поэтому у нас с вами огромная ниша. Vagyis nálunk egy eszméletlen nagy rész van, ami játékunkkal reális időben. Мы будем интересны, мы заберем рынок кэшфлоу, мы заберем рынок монополии, мы интересны для этих людей будем. Mi el fogjuk venni a piacot a кэшфлоу-тól, монополии-тól, és mindenki át fog jönni hozzánk. Потому что у нас секс настоящий. Mert nálunk nem virtuális szex, hanem valódi szex. A них виртуальный. Nálunk pedig virtuális. Саш, я тебе передаю микрофон. Пару слов про маркетинг. Вот свои впечатления, свои комментарии. Саша, подъюка микрофон. Да, Саша, спасибо. Кесаном. Спасибо, Юра. Кесаном, Юра. Юрий. Ребята, сегодня я уже вижу, очень плотно наблюдаю за матричным рынком, назовем его так. Я мой напоминаю, фигером о матриксах пиасов. На сегодняшний день, каждую неделю, мне лично попадается 2-3 проекта каждую неделю, новые. Minden héten 2-3 матриксов проекта találok. Я на сегодняшний день ничего не вижу, чтобы заставило меня переживать. A mai napig nem látom azt, hogy nekünk izgulni kéne. То, что мы сделали, Юра вот сказал, что будут пытаться повторить, пусть попытаются. На это у них уйдет огромное количество времени. Amit mi megalkottuk, amit Юра mondott, hogy próbálják majd lemásolni, leutánozni, erre nekik nagyon sok idő fog eltelni, hogy ezt meg tudják tenni. У нас внедрена еще одна система клонов, о которой Юрий не упомянул. Még egyfajta клонокról, vagyis Юра nem beszélt, még egyfajta клонокról, ami van nálunk a marketingben. Это глобальные клоны, это НЛО в сфере матричных маркетингов. Никто не поймет, как оно будет работать и как оно работает. Ez a globális klónok, amiről senki nem tud a piacon, csak mi tudunk, ez tényleg egy olyan, mint egy UFO, amit mi megalkotunk. Саша, это как летающий аппарат, который летает, но никто не знает, как он летает. Да. Ez egy olyan, mint egy repülő, amit senki nem tudja, hogy repül.
Но глобальные клоны выполняют огромную функцию на самом деле, очень важную. Nagyon fontos funkciót alkot meg a globális klónok, alkotnak meg a globális klónok. Она помогает абсолютно каждой ветке, независимо параллельна она или нет, она помогает каждой ветке двигаться дальше за счет абсолютно других команд. Segít más párhuzamos ágaknak előre lépni. Это очень будет заметно, когда мы вырастем еще раза в 2-3, когда к нам присоединятся еще сильные команды. Вот сейчас мы ожидаем Индию, когда она раскачается. Ez akkor lesz érdekes, amikor még több ember fog csatlakozni hozzánk, és pontosan várjuk, India csatlakozik, vagyis elindul csatlakozni, meglátjuk, mikor fog fel. И все увидят вот, вот эти вот летающие тарелки, которые будут приземляться непонятно откуда. И приносить вам, естественно, деньги. На сегодняшний день была добавлена функция, сегодня ночью по переводу, выводу средств, подтверждение на почту. Майнап egy új funkciót tettünk hozzá. Az új funkció pontosan az, hogy amikor ki akarjátok utalni pénzt, akkor az e-mailre fogtok értesítést kapni. Это для системы безопасности. Ez a biztonság kedvéért lett betéve. Ну и в целом каждый день у нас что-то происходит, какие-то добавления, но мы ждем как раз вот эту игру Magic Jam. Minden nap valamit alkotunk, de valójában nagyon várjuk minél hamarabb, hogy megérkezzen ez a játék. Да, Саша. Нас ждет, да. Еще нужно здесь добавить, что у нас появилась функция моментальных выплат. Очень важный момент. Да, Дюла, еще раз скажи, что у нас появилась функция моментальных выплат. Igen, az, még amit elfelejtettük elmondani, egy új funkció lépett be, ami azonnali kiutalás, nem kell várni egy napot, két napot, mint régen. Вам больше не нужно ждать там сутки или двое, у вас сейчас 10-15 минут и деньги выходят. 10-15 perc, és a pénzetek már a számlatokon vagy, és automatára tettük, úgyhogy ez szuper, gyerekek. Örülök. Már kipróbálták tényleg tegnap is, 5 perc alatt kint volt a pénz. Смотрите, мы максимально адаптируем платформу для того, чтобы было на ней комфортно работать всем. Максимально mindent hozzáteszünk, hogy minél jobban tudjatok dolgozni, és minél kényelmesebb legyen nektek. Саша, есть еще какие-то у тебя комментарии? Но у меня есть единственный комментарий, чтобы люди поняли. Во главе компании, во главе проекта стоят сетевые лидеры, сетевики, я не знаю, как это будет по-мадярски, лидеры сетевого маркетинга, которые знают суть дела изнутри, и проект делается не для компании, а для участников. Это очень важно. Для удобства участников. A cég vezetői pontosan MLM résztvevők, akik MLM-ben nagyon sokat dolgoztak, és nem csak kívülről, hanem belülről is ismerik az egész rendszert, és ami nagyon fontos, hogy nem valakinek lett ez megalkotva, hanem nekünk a közösség számára, saját magunknak alkotjuk meg ezeket a dolgokat, ami lesz, meg ami van. И основатели компании точно так же работают, как дистрибьюторы. Проводят встречи, привлекают свои контакты и масштабируют бизнес. И точно так же участвуют в маркетинге, как и все рядовые дистрибьюторы. И еще tulajdonosok is nem összetett kézzel ülnek, hanem ugyanazt csinálják, mint ti, ugyanúgy hívnak meg embereket, ugyanúgy megbeszéléseken vannak, ugyanúgy építik a struktúrájukat, vagyis mindent ugyanúgy, mint tik, nagy óriási csapatokat építenek fel, mint ti. No, пока у меня все, если что вспомню, на следующий раз будет еще о чем-то поговорить.
számomra most ennyit tudtam mondani. Ha majd valami eszembe jutott, akkor a következőre hagyom, hogy következőkor is tudjak valamit nektek mondani. Так, давайте сейчас перейдем к вопросам, но я тезисно подведу финальную черту. Én a finális részét, befejezés részét elmondom nektek. Если коротко сказать, что такое резидуал, это то, та территория, где вы научитесь, наконец-то научитесь управлять своими деньгами. Хотя резидуал, beszélni, mi is az a резидуал, pontosan arról szól, hogy megtanuljatok a pénzetekkel bánni, pénzügyi műveltséggel és a pénzetekkel bánni. Это будет эта платформа будет интересна, интересна абсолютно любому человеку, даже который не будет строить сеть. Ez mindenki számára érdekes lesz, még azoknak is, akik nem akarnak hálózatot építeni. Minden ember számára érdekes lesz. Здесь можно будет научиться деньги масштабировать даже без сетевого маркетинга, никого не приглашая. Itt lehet lesz a pénzeteket megnevelni, még hogyha nem hívtok meg senkit sem. Здесь люди научатся, как из 100 долларов делать большие состояния, например. Megtanulnak az emberek 100 dollárból nagy pénzeket, hogyan csináljanak nagy pénzt. Как, например, как сделать за год X10. Hogy csináljunk meg egy év alatt X10-et? Здесь нет передачи денег в руки, в управление компанией какой-то или управление компанией Residual. Мы не adjuk át a pénzeket valami cégnek, vagy valami adminnak, és pénzetek nálatok marad. Мы против передачи денег в управление. Mi ellene vagyunk, hogy valaki másnak átadjátok a pénzeteket. Вы будете напрямую коммуницировать с инвестиционными инструментами. Ti egyenesen fogtok kapcsolódni a befektető eszközökhöz. Если это будет недвижимость, вы будете напрямую через смарт-контракт иметь взаимоотношения с застройщиками. Хотя az ingatlan szintén közvetlenül fogtok befektetni a smart szerződésen keresztül. Если это криптовалюты, то вы будете напрямую через биржу, через свой аккаунт покупать монеты, которые будете видеть в игровом поле. Хотя о дигитальных валютах мы говорим, akkor ott is a tőzsdén saját magatok fogjátok megvenni azokat a valutákat, amiket. Мы также как сооснователи проекта будем участвовать в этой игре. Mi is vezetők, meg a tulajdonosok ugyanúgy részt fogunk venni ezekbe a projektekbe. И будем публичный показывать публичный портфель свой инвестиционный, куда конкретно мы инвестируем и сколько. És публикусан meg fogjuk mutatni, hova fektetünk a táskánkat, hova fektetünk mi is be, hova, mikor, mennyit. Если у вас будет желание, вы можете повторять просто наши действия. Hogyha lesz kedvetek, akkor ugyanazt meg fogjátok másolni, vagyis meg fogjátok ismételni. Одна из наших целей сделать из 1000 долларов 1 миллион долларов. Az első célunk az, hogy 1000 dollárból hogyan csináljunk 1 millió dollárt. Да, и пусть на это уйдет 2 или 3 года, или даже 5 лет. Хоть теljen el akár 2 vagy 3, vagy akár 5 év. Ну, поверьте, это интересно, из 1000 долларов сделать миллион. De higgyétek el, hogy 1000 dollárból 1 millió dollárt, ez nagyon érdekes. Hogyan csinálunk 1000 dollárból 1 millió dollárt? Ez nagyon érdekes. Да, и тем более это будет интересно огромному количеству людей по всему земному шару. És ez rengeteg embernek a földgömbünkön érdekessé válik. И у нас на платформе будут максимально безопасные инвестиционные инструменты. És a platformunkon maximálisan biztonságos eszközöket fogtok találni. В общем, все увидите своими глазами в процессе сотрудничества с нами. Valójában minden saját szemetekkel meg fogtok látni, persze, hogyha velünk együtt dolgoztok. Так, és közel működtök. Я предлагаю перейти к вопросам, чтобы у нас не было балагана. Поднимайте руки, я буду передавать микрофон, задавайте вопросы. Most átmenjünk a kérdésekre,
emeljétek fel a kezeteket, és akkor adom mikrofont, és megválaszolunk a kérdéseitekre. Так, кто-то уже написал в чате, Дюа, прочитай. Это хорошо, ну, очень хорошо. То, что ты сказал, это очень хорошо. А, окей. О чем ты сейчас рассказывал. Окей, понял. Я понял. Дюл Ханзик, Валаки Иртова, Дюл Ханзик. Вигон, опять Дюла. А еще есть что-то там. Что будет 3 июня? Предоткрытие. Предстарт. Элюнитаж лес. Элюштарт. А как им может как-то объяснить по-другому? То, что, наверное, это будет просто большое мероприятие, где мы уже покажем, что мы сделали на этот момент. Valójában harmadikán egy nagy rendezvény lesz, online természetesen. Megmutatjuk nektek, hogy mi amit elértünk, és mit csináltunk meg. Это уже будет та реперная точка, ну или та дата, где уже появятся первые продукты, первые сервисы. Ez pontosan az a dátum, amikor meg fognak jelenni az első termékek és az első szervisek. Да, вот Ева подняла руку, пожалуйста. Ева feltette a kérdést, parancsolja. Feltettem a kezemet, igen, itt látok egy olyat, amit én is meg akartam volna kérdezni, hogy utalni akartam irodán belül, nem jött e-mail, és az utalást így sikertelen. Hát most feltették ezt, hogy egyik irodából a másik irodába utalunk, tehát, és a kódok meg nem érkeznek meg. És letelik az a 4 másodperc. Akkor lényegében, ha jól értem, akkor irodából irodába utalnátok, de az e-mail nem érkezik meg, és az idő az a 4 másodperc. Igen. Короче, у нее такой вопрос. Короче, сделали бы это с кабинета в кабинет, переслать деньги, но за 4 секунды на электронную почту они не получают, не успевают получать код. И оно 4 секунды кончается, и все, и заново начинать. Хорошо. Что? Напиши мне этот вопрос, мы передадим техникам, это сейчас быстро исправят. Юр, там нужно просто сделать, во-первых, чтобы быстрее на почту доходило и дать больше времени. Не минуту, а две просто. И все. А, я понял. Да, Саша, запиши вопрос, передай. Да, я понял. Да. Калир, только кердешь ты его. Спасибо, Саша. Я по-русски тоже могла бы рассказать, но тут эти письма быстро, потеряют, и я за то и по-венгерски сказала. Окей, благодарим, Ева. Обязательно это сделаем. Исправим. Хорошо, спасибо. Так, есть еще какие-то вопросы? Сретен кердежный год микор. Опа, да, не успел прочитать, короче. Лет. Закрытый фонд ушла. Академия важно будет, ну, до туда прочитал. Короче, насчет академии кто-то спрашивал. Az академия arról kérdezett, lehet, hogy elmondjátok szóba, mert nem érkeztem elolvasni, már eltűnt a kis ablak. Az akadémia fizetős lesz, vagy a tagoknak elérhető ingyen? Ha igen, milyen rendszerben fog működni? Ezt kérdezték. Спрашивают, короче, академия платная будет или нет? Ну, я на это вопрос знаю. Академия будет бесплатная. Давай, расскажи. Академия будет, в зависимости от уровня будут открываться новые уроки. Szintől függvényében ingyenes lesz az iroda. És ahogy léptek fel egyre magasabb szintre, annál ingyenes lesz. Mindig egy szintet elértetek, kaptok egy oktatást. Megint feljebb léptetek, megint egy bővített oktatást. És ingyenes lesz. Milyen időközönként lesznek ezek az oktatások? В каком интервальном времени будут эти обучения? Так, не понял вопрос еще раз. Ну, я так думаю, тут простой ответ. Когда это будет обучение? Ну, когда это с уровня на уровень поступаешь, вот и будет это самое время. Ну, на каждом уровне будут новые уроки просто.
Itt lényegében attól függ, hogy mikor milyen szintre léptél. Feléptél az egyesre, megtanultad. Feléptél a kettesre, vagy egyből három szintet léptél, akkor evidens a három szintre megnyílik neked az oktatás. Mikor végzed el, ez már tőled függ. Lehet, hogy az a kérdésed, hogy lesz-e vizsga, vagy nem? Дюла, вот смотри, например, здесь у нас, допустим, например, у нас будет 10 уроков по финансовой грамотности. Каждый урок будет находиться. Да, у него вопрос такой, что будет ли, надо будет ли экзамен сдавать. А, нет, экзамен не надо будет сдавать, но там будут тесты внутри. Нам делесных тестов, белую лесных тестов. Нам кельвишгазны, да тест лес белую. Веген. Hogy tényleg az ember elsajátította, vagy megértette, ami volt. Köszönöm. Easy end. Спасибо. Юла, переведи, пожалуйста, то, что я говорил, что, например, у нас 10 уроков будет по финансовой грамотности, и каждый урок будет лежать на новом уровне. 10 пенсиди мювачигаш урак леснак, и минден синтен egy-egy ура лес. Допустим, человек купил там, лицензию 6 уровня. У него сразу 6 уроков открыто. Тедик фелю мегвете 6-й синтен а 6-й синтен а картяет, акура 6-й синтре висафелю мегкапья аз октаташ. Эльше, машеди, кормади. Да, точно так же и сервисы будут доступны, ты понял? Угодно иди сервисы кишелеретвик леснак. Ahogy szinteket léptek felfelé, ugyanúgy szintén. Можно добавить еще вот эти Magic NFT, то же самое можно будет добавить. Но мы об этом говорили. Да? Ugyanúgy az NFT drágaköveket is lehet lesz elérni, ahogy szinteket léptek felfelé. Meg milyen szintet vettetek, ha nem csapattal lépkedtek, hanem megvetted a 6. szintet, akkor a 6. szintig megkaptad az oktatást. Hat órát. Последние вопросы, будем заканчивать, и как раз у нас будет час 30. Utolsó kérdésekre válaszolunk, mert épp 1:30, 1 óra 30 perc telt át. Miért jó az NFT? Почему будет хороший NFT, это самое, драгоценный камень? Почему будут они хорошие? Потому что сегодня, если вы видели, даже обезьянки продаются по 10 миллионов долларов. Непонятно, какие-то картинки. Халата только может 10 000 долларов лет в моем кейпеке вашем. Не мертвы, хоть мир, да могли отвенить 10 000 долларов. Дюл, а не так ответь, Дюл. Я тоже думал, не так. Вопрос хороший. Вопрос хороший, это неправильный вообще вопрос хороший. NFT у нас будет мало, это эксклюзивный продукт. Комьюнити растет большое, и каждый будет собирать свою коллекцию, потому что эта коллекция будет продаваться на внешних сервисах, таких как OpenSea. И потому, то есть будет создаваться, слово выпало, когда мало, ну, есть потребность в этом, то есть будет создаваться дефицит, вот, верно. И потому эти камни будут стоить очень больших денег за счет нашего роста комьюнити. Дюа, давай сейчас, я тебе сейчас еще тоже дополню, сейчас ты это все вместе объяснишь. Ну, давай. Не, сейчас. Дюа, ты сейчас поймешь, как объяснить, смотри. На каждом уровне, вот у нас, например, есть 4 уровня в кэмп, и 12 уровней. 12, да, на энерджи. Всего 16 уровней. Это 16 камней. Общая стоимость всей коллекции будет стоить там больше, чем 100 000 долларов. И это ж, она к каждому уровню приравнена, ты понимаешь? Поэтому больше, чем 100 000 долларов. И общая вся коллекция на OpenSea будет продаваться там, например, там за 150 000 долларов можно будет прийти ее купить. Можно будет прийти и купить. Но гораздо интереснее ее будет эту коллекцию добывать внутри маркетинга. Лейнегибе, хоть мегерчитек, 16 синт ван, вазиш аз альшего кемпа 4, мег 12. Иш эзен а 16 синтен миндахол леснек кювек. Ахол лехет лес összеседни эзекет а кювекет, эз нагон értékесек леснек, иш hiány lesz belőlük, vagy deficit lesz belőlük,
lehet lesz megvenni természetesen, ahogy lépkedsz a szinteken felfelé, és nő a közösség. Ennek az értéke, az egész értéke 100 000 dollár lesz, de az Open Scene ők el lehet lesz adni 150 000 dollárért. És azért érdekes lesz, hogy megszerezni ezt a követ. Valamelyik szinten akármelyik követ megszerzed, kiteszed az Open Scene-re, és ott el tudod adni jó volt drágában. Mennyit ér? Így érthető? Gyula, у нас вот еще, давай, последний, самый последний вопрос и заканчиваем. Вот Торо поднял руку. Давай дадим микрофон. Tehetnék én is egy kérdést? Igen. Írtam az előbb. A céggel kapcsolatban lehetne valamit hallani? Hogy van bejegyezve, hol van bejegyezve? Ezt többen kérdezik, de erről nem igazán tudok információt. Короче, они спрашивают о компании, где она зарегистрирована, прочее. Мы об этом ничего не знаем. Да, вот у нас сейчас как раз будет период с прелаунча до Grand Opening, будет вот период, за который мы полностью выходим в правовое поле. Юридическая регистрация и так далее. Все это будет у нас, как у любой диджитал компании. Вообще, понтушен хармадикатол. 3. szeptember lesz egy olyan idő, amikor hivatalosan be lesz jegyezve, és hivatalosan jogi téren ott leszünk. És ez az idő arra van. Именно поэтому мы назначили дату официального открытия, когда уже официально открываемся, на 3 сентября. Ezért lett meghirdetve, hogy szeptember 3-án hivatalosan meg lesz nyitva, és akkor minden jogi szabályok szerint Для того, чтобы подготовить сейчас полностью все направления. И продукты, и сервисы, и игру, и юридические все вопросы сделать. С пунктом назирован, чтобы леген идёнг фелкесетен термике, к сервизекре, пунктом на йоги иратокра, вайш миндере, эз аз идё, эз а 3 хонап. Köszönöm. Még egy utolsó kérdés lenne. És a последний. A szabályzat mikor lesz leírva? Когда будет написано szabályzat. Знаешь, у каждой компании есть своё это самое, ну как белая, не белая книга. Договор оферты называется. Да, договор 3 сентября. Да. Ez is september 3-án lesz. Это всё готовится к открытию. Pontosan ez fog készülni, vagyis az előkészület 3-ától 3-ig szeptember, amiről beszéltünk, ez mind ebbe az időszakban az előkészítésbe fog folyni. Szabályzatról kezdve minden. Jogi háttér, minden. Так, все. Заканчиваем. Я думаю, что это не последняя встреча. Еще встретимся много раз и позадаем еще вопросы, поразбираем. Gondolom, ez akkor befejezzük. Ez nem az utolsó találkozónk. Még lesz rengeteg ilyen találkozó, ahol ugyanúgy tudtok kérdéseket feltenni, és fogunk válaszolni természetesen. Я вас всех благодарю за ваше время. Én nagyon szépen köszönöm az időtökért, hogy itt voltatok. За то, что вы терпели вот этот вот двойной перевод. Hogy törtétek ezt a tolmácsolást, és a két nyelven szószabb idő. Дабл контент. Юра, можно я 30 секунд скажу? Да, конечно. Дюла, пожалуйста. У меня, честно, сегодня такая гордость за наших создателей и за то, что я причастна к этому. И когда сегодня зашли венгры, я очень благодарна. Дюла, тебе благодарна, всей команде благодарна, потому что только вчера мне сказали... Ой, мы видели ваш сайт, эти флажочки, это завуалированные, никакие не европейцы. Ох, меня это, как я вчера подпрыгнула. И когда сегодня зашло 100 венгров, я, честно говоря, после вчерашнего разговора, Юр, люди говорят такое, что у нас люди европейцы, завуалированные. Да, это злые языки. Юра, сегодня было мероприятие, которое пролетело как за 15 минут, а не за полтора часа.
Лен, я так понимаю, что еще Zoom не пускает больше 100. Вот я наблюдаю, почему-то больше 100 не пускает, потому оно то входят, то выходят, потому ребята, это не это все, супер. Ребята. Саша, это супер. Юра, вы молодцы, вы большие молодцы. Дюл, ну а ты от меня всю команду свою венгерскую поздравляй, пожалуйста, потому что, ну, я думаю, что мы будем работать и что у нас только старт. Ну и хочу, конечно, поблагодарить Иру Никишову, что она вас уговорила зайти с $15. Всем благодарность. Я вас всех люблю. Спасибо вам. Дью, в общем, дифирамбы пропели в венгерской команде. Да, передай. Лена, очень büszke mindenkire, aki itt van a mai nap a terembe, mert tegnap is beszélt egy csapattal, és akkor azt mondták, ó, hát ezek a kis zászlók, amik itt vannak, ez csak egy ilyen bohózkodás, valójában itt Európában nincsenek is emberek. De hát ő tudja legjobban, hogy tényleg Európából elindultak az emberek, és nagyon büszke a vezetőinkre, akik itt vannak, Jurára és meg a többiekre, és nagyon büszke rátok, hogy ti, főként a magyarokra, mert látja, hogy 100 ember van, de lehet, hogy több is, mivel hogy a szoba nem tudjuk, hogy miért 300 férőhelyes, és csak 100-ad enged be, hol kienged, hol kidob valakit, hol visszajön, és lényegében nagyon büszke arra, hogy tényleg most 100 magyar ajkú ember itt van, részt vesz a konferencián, és nagyon büszke azért, hogy ti hittetek bennünk, és elindultatok $15. Nagyon köszönöm. И отдельная благодарность и низкий поклон нашему переводчику Дьюле. Да, да. Дьюла, браво, Дьюла, спасибо браво, да. Тебе. Да, браво за шикарный перевод, Дьюла, правда. Благодарим. Спасибо. Это, думаю, не надо перевести. Окей. Ну все, тогда заканчиваем. Всем... Кусенника фордитаж некем уйдем синтен. Нек тако рейсвит. Да, всем доброго времени суток и до всем скорых встреч. Всем доброго. Всего доброго. Пока-пока. Всего доброго. Mindenkinek szép estét. Sziasztok.